независимой организации IPC, занимающейся тестированием различных платформ, графических станций на соответствие OpenGL стандарту. Первое место по соотношению цена-качество занял компьютер Dell, экипированный акселератором Oxygen 102 компании Dynamic Pictures. Это событие подтверждает, что графические станции на платформе Windows NT становятся основными для выполнения таких задач, как моделирование трехмерной графики анимации или работа с цифровым видеомонтажем. Графические акселераторы Oxygen 102, которые были презентованы в начале этого года, являются на сегодня одними из наиболее совершенных для работы с трехмерной графикой и поставляются в трех конфигурациях, которые предназначены как для базовых графических станций, так и для профессиональных комплексов.